Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Также хотела сказать, не забывайте, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Познакомился парень с девушкой на дискотеке. Выпили, закусили, потанцевали немножко. Парень, недолго думая, решил пригласить девушку к себе домой. Пригласил ее, значит, уже дело доходит до того самого интересного момента. Она: «Да я еще девочка». Парень думает: «Блин, что делать?» И говорит: «А давай 69. Объяснил ей, что, как, чего. Согласилась. Лежат после всего этого. Он говорит: «Ну, как, понравилось тебе?» Она: «Да, но если ты думаешь, что я еще 68 раз смогу, то ты ошибаешься».